Первые аресты по делу Ле Пен. Телохранителя кандидата в президенты Франции Тьерри Лежье и главу канцелярии Катрин Гризе взяли под стражу по подозрению в растрате средств из фондов ЕС. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством установило, что именно этих двоих фиктивно оформили на должности помощников евродепутатов. Соответственно, они получали зарплату из бюджета ЕС. По данным французских СМИ, сумма незаконных выплат может составлять около 340 тысяч евро. Ранее полиция провела обыски в штаб-квартире Национального фронта в Париже. Сама Ле Пен называет дело политическим заговором, цель которого – сорвать ее участие в президентской гонке.